«Социум» — это современная, динамично развивающаяся многопрофильная группа компаний почти с 30-летней историей. Девиз нашего «Социума» — «Человечность и компетентность». Председатель Совета директоров холдинга, его основатель и владелец Игорь Ашурбейли. «Социум» — это прежде всего наши сотрудники со своими семьями и близкими. «Социум» зарегистрирован в российской юрисдикции. У нас нет офшорных компаний. Наш холдинг абсолютно чистый, абсолютно белый и без государственных привилегий. Цель нашего холдинга – создание самодостаточной экономической и социальной инфраструктуры, которая на основе передовых инженерных и информационных технологий, внимательной кадровой политики и корпоративной культуры обеспечит высокий творческий и материальный уровень для членов нашего социума, его партнеров, директоров, управляющих и сотрудников. Большое внимание уделяется вопросам технического перевооружения и модернизации. Ежегодно предприятия холдинга выделяют на развитие до 10% от выручки. Сегодня парк технологического оборудования предприятий холдинга составляет 11 тысяч единиц. Строя социум сегодня, мы закладываем прочный фундамент будущего. Наша сфера деятельности охватывает весь спектр, необходимый человеку для жизни. Промышленность, финансы, недвижимость, безопасность, еда, медицина, одежда. Поэтому наш социум состоит из 7 субхолдингов, которые имеют в составе подразделения. Основное направление деятельности – промышленность. Ведущие предприятия субхолдинга «Социум Технологии» – это конструкторское бюро 1. Занимается серийным изготовлением, настройкой и испытанием пунктов боевого управления и систем предстартовой подготовки зенитных управляемых ракет для ракетных систем ряда С-300 и С-400. Предприятие обладает уникальным ферритовым производством. Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина специализируется на проектировании и производстве гироскопических приборов, систем управления для авиационной и космической отраслей, бортовых электронно-вычислительных машин, рулевых приводов, контрольно-поверочных комплексов, а также широкого спектра продукции гражданского назначения. Научно-исследовательский институт ЭЛПА с опытным производством, ведущий разработчик и производитель наукоемкой пьезотехнической продукции. На сегодняшний день предприятием запатентовано более 20 рецептур материалов, которые широко применяются в разных областях промышленности, в оборонном и гражданском секторах. Рязанские предприятия «ФАЗАР» и научно-производственный центр «Красное знамя». «ФАЗАР» серийно выпускает большую номенклатуру фазовращателей и поляризаторов для антенных устройств всех существующих типов зенитно-ракетных и авиационных комплексов и систем. Предприятие имеет собственное производство стратегического материала «Ситал». Малоярославецкий приборный завод специализируется на выпуске медицинских приборов. Одним из принципов работы группы компаний является максимальное наращивание собственных средств, в частности, за счет увеличения оборотов и оптимизации расходов. Вследствие этого у предприятий группы низкая зависимость от заемного финансирования. Другие направления деятельности холдинга – это банковская, безопасность, недвижимость. Группе компаний «Социум» сегодня принадлежит более 1 миллиона квадратных метров, управление и эксплуатацию которых осуществляет субхолдинг «Социум Сооружения». Медицина представлена субхолдингом «Социум Спас». Развитием агропромышленного комплекса и сельского хозяйства занимается субхолдинг «Социум Поселения». Седьмое направление – «Социум Стиль». Здесь разрабатывают линии одежды от отечественных дизайнеров. Сегодня группе компаний принадлежит более 30 предприятий в 6 регионах России, на которых работает свыше 8 тысяч сотрудников. Одна из наиболее важных задач, стоящих перед руководителями нашего холдинга, это обеспечение мотивации и поддержки каждого сотрудника, создание условий для нормальной работы и профессионального развития.
Эта задача включает в себя предоставление социальных и иных гарантий, предусмотренных как действующим трудовым законодательством, так и внутренними корпоративными документами наших компаний. Охрану труда, медицинское страхование, материальные выплаты в связи с теми или иными событиями. Мы предъявляем требования к нашим сотрудникам. Это профессионализм, корпоративная лояльность и коммуникативность. От уровня соответствия этим требованиям, безусловно, зависит результат нашей работы. Благотворительная и спонсорская деятельность является одним из ключевых аспектов социальной политики группы компаний «Социум». До 20% от чистой прибыли предприятия группы ежегодно направляют на данные цели. Список благотворительных проектов внушителен. От строящихся и возведенных храмов в разных регионах России до ежегодных праздников, которые холдинг дарит людям. Мы приветствуем преемственность поколений, поэтому уделяем особое внимание молодежи. Строя наш социум сегодня, мы уверенно смотрим в будущее, год от года улучшая условия работы и качество жизни как всех его членов, так и наших партнеров.